Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вышел в сад. Завтра дождик обещает. А я решил перед дождем снять немножко, что у меня тут в саду. Бульдожки со мной. Я снял один маленький ролик. Мы ходили вот здесь. Вот это я называю левое крыло. Вот видите, вот здесь, где магнолии вот цветут. Это у меня левое крыло. А сейчас перехожу на правое. Вот сейчас я переключу камеру. Как раз стою в сторону правого крыла. И сниму там. Немножечко пройду. Покажу, что у нас там есть весеннего. Дорожка, ведущая к правому крылу. Где тут мои спутники? Спутники. Пока вижу одного. Вот что он сейчас делает? Или ящериц ловит, или с кротами договаривается. Ну, земляне, по-моему, ящериц. Потому что сейчас я вам покажу. Потому что не с кротами. Вот, видите? Вот. Вот кротик наковырял. Прям на щебне. Это так нехорошо. Дырочку, наверное, где-то нашел. Там что-то росло и пробился. Марсенчик, давай-ка лучше работай. Что это такое? Кроты тебя вообще не боятся. Ну, я иду. А, вот сразу же мне встречается эти клён. Японский. Вот он какой. Ну и солнышко зашло. Ой, Марсик. Да тут вообще кроту. Что-то они прям озверели. Все время красные листики. Здесь у нас больше преобладает желтый цвет. Опа, видели? Видели? Хищник. Хищник. Охотник его хищник. Но он и хищник тоже. Потому что... Потому что... Почему он хищник? Потому что охотится на ящериц. Забылся. Ну, а здесь у нас, смотрите, вот белая магнолия. Я вам показывал уже, видите, там цвет другой. А здесь белая. Маленький кустик почему-то прибаливает. Жорка бежит навстречу. Но здесь, как я говорил, уже больше желтые цвета преобладают. Видите, вот правый сектор сада. Здесь у нас, вот смотрите, это магония подуболистная, она тоже цветет, видите, вот эти, слушайте запах какой, слышите, вдыхайте сильнее. И перейду вот сюда. А вон голубь прилетел. Опа, Жорка его спугнул. Жорик, это не твоя добыча. Твоя это лягушки. Вот, смотрите, кустик у нас. Видите, какой. Это у нас фонтан. Летом иногда включаю.
Здесь, когда ленкоранская акация зацветает, очень красиво, она так, знаете, так спускается вот сюда, сюда. Листики очень просто так величественно, фонтан такой. Фонтан у меня, правда, такой. 5 струечек бежит. Ну, слабенький насос, конечно. Ну, у меня же не Петергоф. Там, конечно, фонтаны. А так для себя иногда пожурчит водичка. И выключаю. И то включаю, знаете, для чего? Просто показать землянам, что вот есть фонтанчик. И все. А вот уже я заметил, что... Смотрите, видите, скоро зацветет. Пришли мы к водоему уже с этой стороны. Водичка потеплела, лягушки уже вон любовью занимаются. А, удирают, видели? Увидели меня и спрятались. А здесь обычно рыбки собираются под ступеньками. Я когда постучу ногами, они выплывают, но сейчас не видать. Лягушки у нас осторожные. Увидели меня и сбежали. Или постеснялись. И вон тоже, видите? Вот они. Я же вас вижу. Вот они вы. Надолго вас хватит там под водой сидеть? Знаете, почему поближе? И вот сидит, видно же. Видите? Потому что Жорик. Жорик их уже тут приучил к осторожности. Жорик! Жорик! Ну, как я и рассказывал, в этом крыле у нас желтые цвета преобладают, но это уже не левое крыло, это уже средняя часть сада. Я сейчас нахожусь вот на левой половине. Видите, камышек уже. Лягушки сейчас будут прыгать с берега. Вот кувшинки. А я сейчас по мосту пройду и покажу сверху. Видите, камышек. Кувшиночки, листья у них красные. Потом будут зелененькие. А вот какой камышек хороший. Убежали куда-то мои спутники. Вот здесь я уже был, показывал вот эти тюльпанчики. А здесь вот я иногда сижу. Ну, иногда, это когда? Вот сейчас. В этом году второй раз я сажусь. Вот. Обычно я здесь ловлю рыбу. Сюда ставлю прикормку, чтобы собаки не достали. И... Летом вот здесь цветет напротив ленкоранская акация. Очень красиво. Собачки рядом со мной на колени просятся. Ну, когда рыбу ловлю, конечно, они ведут себя хорошо. Мира! Жорик, а лягушки вовсю юзлы музлаются, шинируются. Ну что, не стал на колени залазить. Ну вот я снял очередной ролик. Правая половина сада. Закончу сейчас и перейду в среднюю часть. Для ознакомления с садом буду делать это, ну, как бы поэтапно. Все, земляне, я заканчиваю. Это у нас
правая половина сада. О, а вон она и Мирочка появилась. Мира, иди, я начинаю третий ролик, бегом. Бегом, моя Мирочка, бегом, бегом. О, где-то бегала. Все, Мируська, давай. Опа, вот так вот. А это бесцеремонная мадам. Она не будет там раздумывать. Прыгать, не прыгать. Я уже камеру поднял. Смотрите, я не вижу, я наугад снимаю. Просто наугад. Она и сюда запрыгнет, если надо. Ну все, дождались Мирочку. Это была правая половина сада.